Наш гость Валерий Рябых, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Хотел бы начать с такого вопроса. Две недели назад, ну чуть больше двух недель, верховный главнокомандующий лично побывал в самой горячей точке войны, в Авдеевке. Напомню, это было 29 декабря. Президент посетил позиции 110-й отдельной механизированной бригады. И вот вчера пришла информация, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вместе с начальником генерального штаба Сергеем Шапталой несколько дней работали в зонах ответственности оперативно-стратегических группировок войск Таврия и Одесса. И вот я хочу процитировать прямая речь генерала Залужного. Провели плодотворную работу с командующими направлениями и командирами бригад. Согласовали шаги для повышения эффективности применения войск с учетом имеющихся ресурсов и оперативной обстановки. Скажите, что стоит за вот этими военными словами? Ну, нужно отметить, что ранее также и главнокомандующий Валерий Залужный и начальник генерального штаба Шаптала посетили также и другую группировку войск, группировку войск Кортица, и также работали там. Ну, нужно сказать, что с высокой вероятностью является сейчас как раз процесс подготовки к новому осеннему сезону 2024 года. И на фоне вот устоявшейся ситуации на фронте главнокомандующий, начальник генерального штаба лично решили ознакомиться с положением дел в войсках. И, конечно же, здесь вот этот процесс непрестанного принятия решения, он должен быть обоснованный на основе личных знаний, положения своих войск и тех усилий, которые конкретно предпринимает противник на различных направлениях. Это поможет как раз генеральному штабу и главнокомандующему принять соответствующие решения, распределить силы и средства для того, чтобы усилия военные уже в новом сезоне принесли успехи. Ну и, конечно, это нужно для того, чтобы формировать соответствующие запросы к нашим партнерам о предоставлении дополнительных средств, ну и, конечно же, принятие решения на подготовку дополнительных сил и средств. Так что идет плановая работа, и, конечно же, тут более всего показательными являются слова, которые главком написал в своем посте по результатам вот как раз посещения войска на юге нашей страны, в том числе и общение и с командующим военно-морскими силами внешней задачи в целом на Черном море. И главком кратко сказал, итого, по результатам того, что он увидел, победим. Вы знаете, вот, возможно, эти визиты связаны еще с тем, что вот Американский институт изучения войны предупреждает о возможном масштабном наступлении российских войск буквально в ближайшие недели, когда земля на юге и востоке Украины замерзнет. Как вы считаете, решатся ли они наступать вот прямо сейчас? Ну, дело в том, что наступление не прекращается, и противник вряд ли сейчас может что-то изменить, потому что то количество сил и средств, которые противник использует в Украине, оно не является безразмерным. И по большому счету сейчас противника сконцентрированы в основном на двух направлениях: на востоке и там, где противнику более удобно подтягивать резервы и обеспечивать войска необходимыми силами и средствами. Ну и, конечно, там же стоят политические задачи, как взятие Авдеевки, что, скорее всего, может быть приурочено там к предстоящим перевыборам. К чему они же только не приурочивали, да, вот это взятие Авдеевки, так же, как когда-то и взятие Бахмута. То есть переносят, и я думаю, что это уже стало для них символично переносить все эти даты дальше и дальше, вплоть до победы Украины. Это национальная российская забава — танцы на граблях. Да. Американский институт изучения войны снова-таки предупреждает, что оккупанты готовят тактические десанты, которые они будут пытаться забрасывать в тыл наших войск вот за линию фронта.
По-вашему, насколько легко будет российским транспортным вертолетам прорваться вот с десантом через линию фронта? Это первое. И второе, насколько долго этот десант там сможет продержаться? Ну, тут в целом нужно сказать, что аналитики оценивают сейчас те усилия российского военного руководства по реформированию очередного вооруженных сил Российской Федерации, особенно на фоне вот тех очень чувствительных потерь, которые понесли профессиональные вооруженные силы этой страны. И здесь как раз с учетом вот тех ошибок, которые были допущены, закладывается в концепцию использования так называемых десантно-штурмовых бригад, причем в составе сухопутных войск и, соответственно, соединений, крупных соединений сухопутных войск. Для того, ну, как правило, это вкладывалось как бы в концепцию широких наступательных ударов, когда вот подобные десантно-штурмовые подразделения, они выдвигаются вперед с применением тех же авиационных средств. Как правило, это тактическая авиация, чаще всего вертолеты, где высаживается вот тактический десант, захватывает какой-то определенный рубеж, ну и далее вот такими большими формированиями противник наступает и развивает успех. Ну, мы как видели в ходе вот новейшей истории военной, что подобное стратегия россиян, она не удалась. И то, что сейчас они пытаются воссоздать десантно-штурмовые подразделения, ну, возможно, опять же, это такое желание вернуться вот к старой вот этой стратегии. Хотя нужно сказать, что все использование и десантно-штурмовых подразделений, и парашютно-десантных, и тех же подразделений морской пехоты сейчас в стране агрессоре сводится к их применению в качестве пехоты, штурмовой пехоты. И как раз вот такая пустая трата на вот постановку и выполнение тех задач, которые, ну, как вот мы ранее говорили, как, например, взятие Авдеевки и попытки там повторного штурма и выхода на Купянск. Это простое стачивание своих резервов. Как дальше удастся? Ну, это вопрос все-таки уже больших перспектив, потому что ну, то, что ставит сейчас себе за цели Российская Федерация, на данном этапе практически маловероятно, потому что противнику сейчас, с учетом того, что он ведет скрытую мобилизацию, хватает возможностей лишь для пополнения тех же стачивающихся сухопутных войск, которые постоянно требуют пополнения резерва. И вот сейчас, по данным украинской разведки, на территории Украины находится около полумиллионной группировки, из которых 35 тысяч – это так называемая Росгвардия для поддержания режима оккупации, ну и 462 тысячи оценивается сухопутный компонент. В то время как все сухопутные войска по штату насчитывают 630 тысяч с учетом тех же срочников. Ну а относительно того, возможно ли в ближайшее время подобные тактические десанты с применением той же тактической авиации, скорее всего, маловероятно. И это связано, конечно же, с наращиванием возможностей контроля с украинской стороны воздушного пространства, а вот последние действия подтверждают, что подобный контроль, он только усиливается, и зона запрещения действий уже перекрывает большую часть из оккупированной территории, вот чему является подтверждение сбития тех же довольно важных воздушных целей, как самолет А-50 и самолет Ту-22. Ну, о самолетах мы еще поговорим с вами сегодня. Вот говоря о потерях российских войск и о том, что у них происходит, я тоже вот вспомнил цифру, порядка 1000-1200, по данным нашего генштаба, призывают в день, да, вот этих военнослужащих, и примерно столько же их погибает на территории Украины. То есть группировка держится, они пытаются ее поддержать примерно в стабильных цифрах.
И говоря вот этих тактических там десантах и так далее, мне кажется, что здесь они пересмотрели фильм «В зоне особого внимания», этот советский, да, когда там какая-то диверсионная группа выступает вперед, делает какие-то свои диверсионные дела, уничтожает штаб, а потом так все самолеты летят, и все парашютисты сразу падают с неба, да, и все разом победили. Мне кажется, вот они как-то немножко в сценарии этого фильма хотят действовать, нет? Ну, по крайней мере, за это. Ну, как правило, все в планах, оно более радужно, и на деле получается не так, потому что даже если вспомнить тот же воздушный десант, который противник пытался высаживать в начале широкомасштабной агрессии, то нужно сказать, что до 30% воздушных средств, которые применялись для высадки десанта, были уничтожены. Ну и впоследствии, скажем так, десант также был уничтожен, потому что у противника не было возможности осуществлять его поддержку, ну и развитие, скажем так, своих действий на этом направлении. Конечно, вот если взять тот же вот высадку десанта в Гостомеле, то это было реализована лишь начальная часть операции, потому что этот десант должен был обеспечить именно высадку десанта уже посадочным способом на аэродроме Гостомеля для развития успеха. И этого не получилось. И противник как раз там попал вот в подобного рода засаду. И как раз это и сломало дальнейший ход всей операции. На этом же этапе вот повторение подобных десантов, ну, маловероятно, потому что, ну, минимум, скажем так, возможностей по противовоздушной обороне вооруженных сил Украины, они увеличились на порядок. И поэтому мы видим, что сейчас даже дальняя авиация не может действовать безнаказанно, ну, если только не из региона там Каспийского моря, откуда они пытаются терроризировать мирное население Украины. Видим, что уже и временно оккупированные территории для авиации противника являются опасными. Знаете, и вспоминается тоже десантная операция в начале Второй мировой войны, да, провалившиеся советские. Они бы взяли, хотя бы на них посмотрели. Вот все время, ну, как получается, все время проламывает все пехота. Так или иначе, все делает пехота. И поэтому они могут много планировать, но в итоге их десантники все равно, судя по всему, окажутся в пехоте и будут пытаться, по крайней мере, проламывать оборону. Как бы, какие бы планы они себе не строили. Давайте вернемся к самолетам, о которых вы уже сказали. Мы вот знаем, что вечером 14 января в российских и украинских телеграм-каналах появилось сообщение о том, что был сбит российский разведывательный самолет А-50 и поврежден вражеский воздушный командный пункт Ил-22М. И вот все, знаете, были в напряжении. Уже вот утром эту информацию частично подтвердил командующий воздушных сил ВСУ Николай Лещук. И он написал вот примерно так, что вот это вам за Днепр, да, но подробностей не уточнял. Вот сейчас мы имеем 100% подтверждение сбития этих самолетов. Как бы вы могли это прокомментировать? Ну, тут нужно сказать, что это кардинальная смена, скажем так, ситуации. И нужно сказать, что вот распространение зоны доступа для противника, оно расширяется в сторону противника и практически сейчас уже перекрывает большую часть оккупированной территории. Судя по тем сообщениям, которые мы могли видеть, самолеты были сбиты над акваторией Азовского моря. И, допустим, для того, чтобы это произошло, но должны были применены какие-то средства, которые бы могли уничтожить эти воздушные цели на расстоянии более чем 100 километров. Конечно же, Украина обладает подобными средствами, и как минимум это может быть тот же Патриот или Самти, которые в режиме, скажем так, вот тактической воздушной засады могли выйти, подойти ближе к трассам перемещения этих самолетов, которые, в принципе, безнаказанно действовали в этом районе, наводя ту же тактическую авиацию на наземные цели и обеспечивая действия сухопутных войск, в том числе и поставковой разведывательной информации. Ну и это, с одной стороны, расширяющие возможности
Украины. С другой стороны, конечно же, это ну, большая потеря может быть для так называемых воздушно-космических сил Российской Федерации, потому что оба эти самолета, они являются ценными с точки зрения их значения и с точки зрения их воспроизводства также. Ну, кроме того, что, допустим, эти самолеты могли быть сбиты, не исключается потеря, скажем, большой части и личного состава, потому что это командные пункты, которые должны иметь, кроме экипажа, также и еще расчеты вот как раз тех средств, которые несут эти машины. А это офицеры от капитана и выше, которые ну, занимаются как раз эксплуатацией вот этих вот самолетов и обеспечением управления войсками. И нужно сказать, что ну, даже по стоимости тот же А-50 это где-то составляет по тем ценам, которые озвучивались ранее, это где-то порядка 330 миллионов, что сейчас, с учетом там всех процессов, которые могут влиять на воспроизводство подобных самолетов, где-то может составлять порядка полумиллиарда долларов. Гигантская сумма на самом деле. А-50. Гигантская да, сумма. И, конечно, ну, вот подобная потеря, она может быть очень чувствительная. И нужно отметить, что вот эти самолеты, это по второму экземпляру за время широкомасштабной агрессии. Причем А-50 был поврежден белорусскими партизанами ранее, год назад, на территории Беларуси, откуда они также работали ранее и потом были вынуждены эвакуироваться в более безопасные места. И, допустим, тот же Ил-22, он был поврежден во время так называемого бунта Пригожинского, вот как раз повстанцами Пригожина. И это второй самолет, также, который потеряли так называемые военно-космические силы. Ну и отметим, что этих самолетов у них не так много. А-50 там у них было всего там до 10 штук, мне кажется. Два вот уже выведены из строя, судя по всему. И сейчас, чтобы отправить на фронт самолет, им нужно снимать тоже с какого-то направления, потому что быстро этот самолет сделать нельзя. Это буквально штучное производство и очень дорогое. Буквально у нас остается несколько минут, и я не могу вас не спросить еще об одном очень важном вопросе. Во время комбинированной воздушной атаки России по Украине утром 13 января около двух десятков ракет и дронов, они не достигли своих целей в результате или самоподрывов, или попадания на безлюдные территории. И все это благодаря эффективной работе украинской РЭБ. И вот это замечательные новости. И насколько я помню, что вот даже в Институте изучения войны американском назвали это буквально переломом. Так ли это по-вашему? Это может быть переломом, и, по сути дела, если добиваться, скажем, уменьшения эффективности тех ракетных ударов, которые наносит противника, это значит умножить на ноль его усилия и его материальные траты, потому что те же ракеты – это достаточно дорогое удовольствие, и там стоимость по российским ракетам, которые они применяют для терроризирования населения Украины, где-то от 2 миллионов до 10 миллионов по разным типам. И вот с учетом того, что РЭП, ну, практически это очень высокое эффективное средство, которое обеспечивает противодействие ракетам, по своей цене оно, ну, скажем так, существенно может помочь выиграть войну вот этих экономических потенциалов, потому что затраты небольшие, ну, механизмы осуществляются. Сэкономили как минимум 20 зенитных ракет. Это достаточно большая сумма и достаточно хороший запас для отбития будущих атак тоже.
Совершенно верно. И тут самое главное, конечно же, что были защищены и объекты инфраструктуры Украины, и, конечно же, жилища мирных украинцев. И в большинстве случаев эти ракеты, не попав в цели, они приземлились в безлюдных районах. И это говорит уже о высоком уровне технологического противодействия, которое, по всей видимости, позволяет перенаправлять эти ракеты, уводить от важных объектов в безопасные места и там их утилизировать. Да, это была замечательная информация сегодня. Вот и одна, и вторая информация прекрасная. Спасибо вам большое за ваш комментарий, за вашу экспертную оценку. Валерий Рябых, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express, был в эфире Freedom. Благодарю, что нашли время и вышли с нами на связь. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom в Telegram – только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании.